«Лестница в небо» – так называется новая выставка художника, основателя объединения «Левый берег» Алексея Соколова. Она открылась в Димитровграде в выставочном комплексе научно-культурного центра имени Славского. Как вспоминает руководитель выставочного комплекса Нелли Сучкова, в этих же залах четверть века назад была открыта одна из первых выставок художника-левобережца «Петушиный джаз». Только через 10 лет Алексей Соколов подарил своим землякам вторую выставку «Март навсегда». Основу третьей экспозиции «Лестница в небо» составляют работы художника, созданные в последние годы. Буйство красок, вот эта ассоциативность видения мира ему присуща. Люди где-то внутри, где-то там глубоко, хорошо понимают. Может быть, выразить не могут. Может, как-то, ну, какое-то предчувствие вот того, что вот у него предчувствие весны, предчувствие осени, предчувствие какого-то настроения, это все прослеживается в его работах, в его вот этих колористических удивительных решениях. На открытие пришли многочисленные поклонники творчества Алексея Соколова, коллеги, друзья, ученики, а также один из первых педагогов художника Василий Соболев. В этом направлении. У него работы такие очень живописные. Кстати, они очень музыкальные, в них очень хорошо прослушивается музыка. И колорит у них, у каждой работы своеобразный. А цвета изумительные, просто восхитительные. И я удивляюсь, как он это добивается. Сам художник во время мероприятия был немногословен. Его переполняли чувства радости от встречи с дорогими его сердцу людьми. Первые посетители выставки с интересом разглядывали работы Алексея Соколова. От гостей он слышал только слова восхищения. Выставка будет работать до 15 декабря. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».